Так, вот мы приехали в один поселочек. По дороге тут продают яблочки. Остановились около бабульки. О, какие красные. Ты смотри, какое яблоко. Нифига себе. Нифига себе. Конечно. Нету, боярышники нету. Нету, нету. Так, вот яблочки. За по 60, по 40. А те большие. Вы куда собрались? О, яблочки, смотри, какие. О. Вот на таких деревьях растут яблоки. Прямо около дороги. Собирается все и отправляется в Россию. Вон, смотри, яблочки упали. Паданка лежит. Самые храбрые. Да, вот тут яблоки. Яблоки растут. Мы в сад пошли. А какие яблочки. Да. Прям на деревьях. Горожане увидели яблоки. Ну что, вы покупаете что-нибудь? Что берем, Ларис? По 2 юаня, бери 10 килограмм, 5 килограмм бери. Бери по 2 юаня. Да. Чего 2? Юаня. Ларис, по 2 юаня, бери 10. Ну, китайский где-то, это русских 5 килограмм, да, получается? Да. Угу. 20 юаней, да? Да. Сейчас я возьму у себя денежку. Возьмем денежку. Трудно управляться одной рукой. Так. 40 рублей, 30 рублей будет сегодня. Берем 20 юаней, да? Вот такую купюру. Ну, вот 5 русских килограмм. Вот женщины яблоки собирают. Натали. 5 килограмм набрала, Ларис? Спроси у нее, пойдет, подруга, вот это вот. Не знаю. Попробуй. А если ты можешь чанжать ма? Еще чанжать ма? Сколько на? Вот, весы, да? Ложи еще больше. Во, ровно. Окей, да? Окей. Сеси, подарок давай. Вот такая молодым девочкам дает подарки, да? А нам нет. Это сколько будет?
А вот цена же написана, вот она. А, это как? Я не знаю. На 20 юаней набирайте. Че? Не надо, сколько? Саша, не надо? На 20 юаней. Саша. Че? Вот на 16. Я кино снимаю. Так, все. Покупка закончилась. Вот еще положишь, какой папочка. Ну все. Яблочки, покупка яблок закончилась.